четверг в Димитровграде прошел ежегодный чемпионат Ульяновской области по боксу. В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов из Димитровграда и Ульяновска в возрасте от 19 лет и старше. И цель этих соревнований – создание сборной команды Ульяновской области для участия в чемпионате по Волжье. Кстати, почетным гостем чемпионата стал призер Олимпийских игр Сергей Казаков.